Ой, Петя! Петечка, на кого ты меня оставил? На кого ты меня бедный оставил? Как я теперь оставил? Ой, как я буду жить, на кого? Ну не надо плакать. Ой, какое горе, какое. Ну не надо плакать, милая. Ну что же вы так? Ну случилось горе, муж так неожиданно умер. Ну что, сейчас у всех горе. Что значит умер? Что значит умер? Я что, сказала, что он умер? Драть. Ну а что, вы сейчас... Да, типу мне на язык, чтобы у меня глаза повылазили, что он умер. Три раза я сказала, что он меня оставил. Оставил. Оставил он меня. А это кто? Оставил. Да это мой новый муж, Васька. Петька, Петька. На кого он меня оставил? Если б ты только видел, на кого ты меня оставил, Петечка, сволочь ты такая. Ну